У тебя слабый комп и не тянет новые версии Майнкрафта, но все же тебе хочется поиграть на каком-то крутом сервере? Заходи на сервер playturbocraft.ru на версии 1.5.2. Наверное, самая лучшая версия Майнкрафта. Ссылочка и IP в описании. Заходите и играйте. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую карту, нереальную карту про покемонов в Майнкрафте. Это, ребята, нереально круто, потому что это, можно сказать, эмулятор игры про покемонов на Nintendo только в Майнкрафте. Как видите, это меню, это уже нереально круто. Поэтому, ребята, если вы хотите продолжение или если вы хотите увидеть новое видео сразу же, то, ребята, как только мы наберем 1500 лайков, сразу выходит новое видео, не забываем об этом, я буду этому очень сильно рад. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый мой подписчик для меня друг, я буду рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Потратьте всего лишь 2 секунды на лайки и на подписку. Ребята, мы больше тянуть не будем, будем пытаться делать короче приветствие. Поэтому, ребята, сразу приступаем. Ну что, ребята, мы будем приступать. Кто меня уже давно смотрит, тот помнит то, что я один раз, вроде у нас была одна серия, когда я делал покемонов в Майнкрафте, только без модов. Кто это там у нас прячется? И это нереально круто, потому что это, можно сказать, сотворение, перевоплощение, перевоплощение игры с Nintendo в самом Майнкрафте. И сегодня у нас будет задача. На этой карте нам нужно будет сразиться и также, возможно, поймать Арсиуса. Да, ребята, кто любитель покемонов, тот знает, что это, кто это такой. А кто не знает, то я скажу то, что это будет круто, и вы сейчас все увидите. Поэтому, ребята, смотрите, что у нас есть. У нас есть Покедекс, мы можем выкинуть и посмотреть, что у нас есть. У нас есть покемоны, мы можем выкинуть, посмотреть то, что у нас в данный момент есть 5 покемонов. У нас есть бэкпак, мы можем выкинуть и посмотреть, что у нас есть. У нас есть какие-то записки, у нас есть предметы, у нас есть покебол и также один мастербол, и также у нас есть, да, у нас есть одна темка. Поэтому, ребята, сейчас мы будем приступать, и также у нас информация о вас, можно сказать, кто вы такой, но, ребята, тянуть мы не будем, и сразу же бежим к приключениям, ребята, опасно не входить, ну ладно, входить мы не будем, но мы бежим навстречу с самим... О, ребята, это Арсиус спускается. Ну, нереально круто это сделано, потому что это ванильный Майнкрафт без модов. Я даже команды никакие не устанавливал. Это сама карта уже с ресурс-паком, с кучей команд. Но все же, ребята, это команды. Как это круто выглядит. Привет, Арсиус. Привет. Да, да. Ну что, дружище, что ты с нами будешь делать? Может, в бой будем вступать? О, мой инвентарь. Крутой, нифига себе с этим текстурпаком. Здрасте, Арсиус. Ну что, мы к тебе подходим? Пожалуйста, не пинайся. Френдли, да. Давай дружить. Арсиус говорит. Додагун. Ладно, переходим дальше. И сейчас, ребята, мы переносимся в сражение с самим Арсиусом. Сотворителем покемонов, если так можно говорить. Ну что, ребята. Опа. Привет, Арсиус. Здрасте, сейчас мы будем с тобой сражаться. Так, появился Арсиус. И как видите, сверху у нас даже пишет, сколько у него есть жизней. Это просто охренеть. Потому что это нереально круто, ребята. Посмотрите, как это выглядит. Это реальный покемон. Вот наш покемон, вот Арсиус. Офигеть просто. Мы можем сражаться. Мы можем менять покемона. Мы можем использовать предметы. И мы также можем попытаться убежать. У нас пишет наш уровень, наше здоровье и многое другое. Вот, допустим, давайте мы его долбанем флеер блицом, если у нас получится, потому что это все-таки Арсиус. Мы используем на Арсиуса. Нет, Арсиус использует. Ух ты! Он использовал нас фокус блэст. Убил нас? Critical hit. Нет, он не попал. Сейчас я использую Flyer Blitz. Офигеть, ребята, тут даже атаки есть. Это даже намного лучше самого Пиксельмона, потому что... Слушай, я могу сказать это... Так, ну да, мы ему более-менее сняли так 15-20% жизни. Но не все так просто будет. Не думайте, ребята, то, что все так будет просто. Давайте мы еще раз его попытаемся долбануть. Сейчас у нас ударил Эртквиком, то есть землетрясением. Какая анимация? Реально землетрясение. А, он нас убил, ни хрена себе, ну понятно, это же Арсиус, он нас убивает с одного удара, можно сказать. Так, да, использовать следующего покемона, да, давайте используем. Давайте всех по счету, сейчас у нас будет Карнивора. Давай.
Офигеть. Так, ладно. Мы можем попытаться его словить. Допустим, бак. Да, у нас есть покебол, у нас есть грейтбол, у нас есть ультрабол. Давайте ультраболом попытаем. Конечно, это нереально. Просто, мне кажется, он даже с мастербола вылезет. Но все же. Попытка не пытка, просто ради прикола. Ну, понятно то, что он не словится. Так, ладно. Так мы еще и ход просрали. Он сейчас нас убьет с одного удара. Охренеть! А как я вообще его должен словить, если он нас убивает с одного удара? Да, следующего. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, ребята. Да, гоферозавр! Ух, ни хрена себе, с молоточком таким. Бодислэм, давайте бодислэм. Он на нас использовал фокус блэст, если он сейчас опять... Нет, он промахнулся! А мы на него использовали бодислэм. Охренеть, эти атаки просто крышу срывают. Так, ну я его ударил, что дальше? Давайте еще раз попробуем. Крушхак. Крушительные обнимашки. Он у нас использовал фокус блэст. Надеемся, то, что он, ну, или попадет, или... с одного ударчика. Ну а что вы хотели? Это самый сильный покемон во вселенной. Что вы хотели, ребята? Так. Давайте мы его тоже эрткюком долбанем. Посмотрим, что будет. Ну, по идее. Он у нас использует Thunderbolt. То есть он использует электрическую атаку на каменного покемона. Оно должно нанести 0 урона. Но посмотрим, сколько урона он сейчас нам нанесет. Ну, практически убил нас с одной атаки. Да, это самый сильный покемон во вселенной, но все же... Молния против камня. Это сумасшедший... Охренеть, сумасшедский дом. Ладно, я не могу даже говорить нормально. Ну что, мы его долбанули, но давайте, знаете что, давайте вылечимся. Сода поп. Да, мы, ну, немного вылечили. Он тоже вылечился! На фул жизни. Круто. Мы его, походу, вообще тогда не сможем никак убить. Ладно, давайте еще раз это квиком. Посмотрим, что будет. Ну, фокус бласт. Да, сейчас он нас убьет, да и все. Сумасшедший дом, охренеть. Так мы его вообще тогда никак не можем словить. Карта, в принципе, на этом и сделана, но... Да, он нас убил. Замечательно. Просто замечательно. У нас, походу, остался последний покемон. Давайте, знаете что? А похрен, давайте мы используем все же мастербол. Просто ради прикола. Если он нас, конечно, сейчас не убьет. Баг, мастербол. Вряд ли он сможет даже словиться с мастерболом. То есть он просто... Просто его оттолкнет, да и все. Иди в жопу со своим мастерболом, да? Все же я его смог словить. Я словил Арсиуса. Офигеть, какая-то загрузка идет. Загрузка данных. Посмотрим, что будет. Так, что будет? Так, Арсиус. Номер 493. Нифига себе, это может быть какой-то мистический покемон, который даже мог родиться до того, как вообще вся вселенная сотворилась. Охренеть, реально? То есть я не знаю историю всех покемонов, я не знаю, ребята, историю Арсиуса, но если это так, то это охренеть просто. Он родился до всего, что только существовало. Так, что дальше? Все? Мы его словили, и мы можем уходить? Ну, по идее, да? А мне интересно, что бы было, если бы мы проиграли? Что бы было, если бы мы проиграли? Может, не знаю, может, была бы какая-то другая история, или, может, бы нас куда-то телепортнуло, я не знаю. Но, в принципе, дальше мы никуда не можем пойти, там какой-то чукча... О-о-о-о, до сих пор стоит. Опа, а тут у нас что? Я даже эту нычку не заметил. Так. А, в принципе, тут ничего такого нету. Это просто какая-то мини-пещера, можно и так назвать. Поэтому, ребята, я не знаю, вряд ли мы дальше куда-то сможем пойти. Но все же мне было бы интересно, что бы было, очень много бы, но что бы было, если бы мы проиграли. А может, мы сейчас это, ребята, и посмотрим, а?
Ну что, ребята, давайте мы еще раз сразимся с Арсиусом, потому что это реально круто. Ребята, знаете что? Ссылочка на эту карту есть уже в описании. Заходите, качайте и также пытайтесь словить Арсиуса. И посмотрите, какие атаки вы можете все же использовать. И вообще, сможете ли вы его победить? Потому что у нас есть или словить его мастерболом вариант, или просто-напросто умереть. А убить его я еще пока что не знаю. Поэтому, ребята, качайте, ссылочка в описании. Прям бегите и качайте. Ребята, давайте мы посмотрим, чем мы можем его долбануть. И вообще посмотреть. Он у нас использует Earthquake. То есть первая атака — это его, потом идет наша. Но как мы используем нашу атаку, если он сразу нас убивает? Ну, почти нас убил, да, почти. Супер эффективно, но все же я его хотя бы немного долбанул. Но то, что фигово, то, что он лечится очень лечится. Эти атаки, это прям, я не знаю, даже в пиксельмоне такого, ребята, нету. Как он меня убил? А, наверное, все же атака кушает немного жизни. Так, ладно, давайте мы опять возьмем вот этого карнивора. Да. Офигеть! Так, файт! Тандербулт! Да, попробуем. У нас, конечно, использовал фокус-бласт, и сейчас нас первой же атаки убьет. Охренеть, прям жопа, наверное. Офигеть. Так, да, выбора нам Арсиус, если честно, вообще не дает, потому что он нас убивает с одной атаки. С одного удара. Ух, так. Вот этот чувак меня прикалывает, у него такой молот, знаете, как будто сын Тора или еще что-то. Файт. Вот давайте бодислэмом его долбанем, может, мы его сможем парализировать, потому что есть шанс. А он нас изначально ударил опять землетрясением. И убил с одного удара. Арсиус, дружище, пожалуйста, успокойся. Так, у нас осталось два покемона. Ну, в принципе, сейчас у нас и задача проиграть. Посмотреть, что будет, если мы проиграем, а не выиграем. Так, ну, это похоже... Да, мы его можем ударить Earthquake'ом тоже. Но он изначально сбьет фокус блестом. Но он промахнулся. Сейчас я использую землетрясение. И... Да, нормально, слушайте, ребята. Еще критическая атака. Замечательно. Сейчас давайте мы его еще раз землетрясением ударим, посмотрим, что будет. Он у нас использовал Thunderbolt. Если молния убьет камень с одного удара, я прям с ума сойду. Ну, практически. 60%. Ни хрена себе у него Thunderbolt прокачанным должен быть. Так. Ну, насколько мы его шандарахнем? Ну, в принципе, да, мы его убьем где-то на 15% вот этой атаки. Знаете что, я пока что не хочу хилиться, потому что, как я заметил, когда я начинаю... Зараза. Я хотел сказать, не хочу хилиться, потому что я заметил, как голосно, громко. Я хотел сказать то, что когда я хилюсь, то и он начинает хилиться, поэтому я пока что не буду хилиться. Но как только я это сказал, сразу же использовал свой хил и восстановил себе практически фулл здоровья. Да, не очень круто. Я, в принципе, я могу вылечиться, но... Да, в принципе, ну сейчас у нас шандарахнет фокус блестом и просто крышка. Пиндец будет. Да. Круто. Все же, ребята, не так-то просто победить Арсиуса обычной такой командой. Есть, у вас есть выбор, или его словить, или проиграть. Вряд ли вы сможете его победить. Ребята, если вы победите этого Арсиуса, я вам руку пожму. Потому что качайте эту карту, заходите и пытайтесь его победить. Кто сможет его победить, тот прям нереально супер молодец. И я не знаю, ребята, кем бы вы были в мире покемонов, если бы вы тут смогли победить Арсиуса. И сейчас он нас опять с одного удара. Практически с одного. А мы его супер пауэр, супер сила. А ну, крутая ли атака будет? Охренеть просто. Так, ну посмотрим. Я ему вообще что-то снес. Них! На себе я ему снес. Давайте мы вылечимся. Попробуем вылечиться. Ну, в принципе, он нас и так с одного удара сейчас убьет. Вот этим фокус-блестом, мне кажется. Он промахнулся! Ну, есть какой-то шанс. Давайте мы его опять суперсилой попробуем ударить. Как он опять на меня... Он промахнулся и за этим еще раз одну атаку использовал и убил нас. Это, наверное, подстроено. То есть, это скрипт. Вы никак не сможете победить Арсиуса.
Потому что он промахнулся и сразу же использовал следующую атаку. И не дал нам даже шага, да, чтобы что-то сделать. Так, сейчас... Так, мы проиграли. И что-то у нас будет сейчас другое? Да, реально! Мы оказались в каком-то городе. В каком-то мезотаун. Но тут, мне кажется, как конец. Но все же мы тут сможем еще что-то сделать. Привет. Привет, ага. Это довольно старый покецентр, да, и эти артефакт, да, бла-бла. Короче, чувак очень крутой, синя-голубоглазый. Мадам, как у вас делишки? Добро пожаловать в центр покемонов. Хотел бы ты вылечить своих покемонов, чтобы они находились прямо в отличном состоянии? Да, конечно, да, вот, держи еще пару секунд, и твои покемоны станут здоровы, как бычары. Спасибо тебе за то, что ты подождал. Твои покемоны были полностью восстановлены и успешно живы. Больше у них не болит ни попа, ни конечности. Ну, спасибо, спасибо. Идем дальше. Что у нас тут дальше есть? Ну, в принципе, туда я не могу пойти, потому что, ребят, я даже прыгать не могу. Это специально такая карта, где вы даже прыгать не можете. Тут у нас подарочки всякие. Я вижу какой-то дом. О, я реально нашел какую-то крутую карту, какую-то крутую игру. Ах ты ж, задротина мелкая, задротина мелкая. Да, я понял то, что ты нашел крутую игру, но задротина. А, да, конечно, конечно, пока мы сюда не зашли, лазал там по каким-то порносайтам. А как только я зашел, он сразу переключился. А, смотри, смотри, какая крутая, смотри, какая крутая игра. А, так, сейчас еще бы вкладку закрыть. Ага, там, где я лазал, ага, вот все. Смотри, какая крутая игра. Я понял. Да, да, отмазывайся, отмазывайся. Отмазывайся, геймер мелкий. Ага, ага. Так, ладно. Что у нас тут? Покеболы. Нифига себе, покеболы. Также кровать. Никого нету. Одинокая кровать. Не теплая, холодная. Еще кнопочка, и выходим. И как я понял, это вход в ту самую пещеру, где мы сразились с Арсиусом. Но, как видите, я сейчас туда не могу войти и ничего не могу нажать, чтобы открыть проход. Ну да ладно, ребята, да. Ух, нихрена себе, какой у меня крутой бэкпак. Ребята! Это нереально крутая карта. Если вы хотите продолжение, потому что уже вышла полноценная карта с нереально крутой историей, с нереально крутыми боями, многим другим. Если вы хотите, чтобы я сделал такой мини-сезон про покемонов в Майнкрафте, только без модов, а просто нереальная карта, дайте, ребята, мне знать. Набираем 1500 лайков, сразу выходит продолжение, и я начну мини-сезон на карте с покемонами. Поэтому, ребята, не поленитесь, поставьте лайк. Каждый ваш лайк для меня очень важен, поэтому я буду очень сильно этому рад. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня, как друг, я буду рад, если выступить в нашу большую и дружную семью подписчиков, ребята. Это действительно будет очень круто, если вы потратите на меня 2 секунды на лайк и на подписку. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца, вы нереальные молодцы. Также я всех вас приглашаю на просмотр моего нового видео, которое выходит каждый день. Поэтому, ребята, никогда не стесняйтесь. Всегда приходите, я всегда буду рад вас видеть на просмотре очередного видео. Ребята, еще раз вам большое спасибо за просмотр. Вы крутые, супер молодцы. Всем удачи и всем пока.